Привет вам, любители спорта и здорового образа жизни. Сейчас у вас есть возможность посмотреть первый легкий комплекс упражнений для силовой подготовки. Он состоит из базовых упражнений с отягощениями. Я не претендую на безоговорочное следование именно этим упражнениям. Каждый может включить в свою круговую тренировку что-то еще. Но не забывайте о том, что эти упражнения нужно выполнять по 5 или 7 кругов. Чтобы действительно укрепить здоровье и тело, одного круга упражнений недостаточно. Итак, поехали. Сначала выполняется разводка рук с гантелями, вес которых 5 кг каждая, затем упражнение для укрепления мышц плеча и растяжки грудных мышц в целом. Эта программа круговой прокачки тела подходит всем и каждому в отдельности. В каждом упражнении выполняется 20 повторений, от одного упражнения к другому мы переходим без паузы, таким образом стимулируя наш организм пережечь как можно большее количество калорий. Теперь настал черед упражнения для прокачки средних мышц плеча и укрепления грудных мышц в целом. Вес гантелей все тот же 5 кг, повторений в упражнении 20. Затем выполняется одно из базовых упражнений для укрепления мышц плечевого пояса. При подъеме рук нужно их разводить в стороны как можно шире, чтобы прокачивать все группы мышц ротационной манжеты плечевого сустава. Тоже выполняем 20 повторений. Трицепс, вес гантели 10 кг. Хват выполнен ладонями к себе, так прокачивается внешняя часть трицепса. В этом упражнении, как и в предыдущих, мы делаем 20 повторений. Бицепс, вес гантели все тот же 10 кг, повторений 20, выполнять нужно медленно, чтобы проработать мышцы, а не забить их кровью. Теперь переходим к следующему упражнению. Прокачки мышц брюшной полости и в частности косых мышц живота и подвздошной мышцы. Делаем повороты в стороны с гантелью, вес которой 10 кг, выполняем по 20 повторений в каждую сторону. В итоге получается 40 поворотов. Заключительная фаза комплекса, приседания с выбросом рук с гантелью перед собой, вес тот же 10 кг, делаем 20 приседаний, после выполнения всего комплекса упражнений делаем 2 или 3 дыхательных упражнения для восстановления дыхания.